Мы материализовались из книги «Сказания о прибамбасе». Вот! Мы – порождение фантазии нашего дорогого юбиляра. Заслуженный артист России, музыкант, солист группы «Рецитал» Александр Левшин по случаю своего 70-летия представил праздничный концерт. Он прошел на сцене Центрального офицерского клуба 12-го главного управления Минобороны. Красочное шоу скорее напоминало новогоднюю сказку, нежели юбилей эстрадного артиста. Я написал сценарий театрализованного, костюмированного концерта не от моего имени. У меня вышла книга «Сказания о прибамбасе», сказочная фэнтези. И я решил по мотивам, ассоциативно, и с героями этого пригласить ваших профессиональных актеров из театра «Ковчег». Я очень люблю театр «Ковчег», замечательные актеры. И они ведущие, то есть они хозяева этого шоу. Участниками праздничного концерта стали приглашенные звезды эстрады прошлых лет. Ксения Гер-Яди, Анатолий Алешин из «Аракса и веселых ребят» и другие. Из молодых – участница шоу «Голос» Сергиева Посада Виктория Устюжанина. Артисты исполняли песни, написанные юбиляром. В творчестве Александра Левшина много песен и о защитниках Отечества. С начала специальной военной операции он регулярно дает концерты в военных частях и госпиталях. Мы не просто воюем. Мы самые лучшие в мире защитники. Но мы никогда не нападали первыми. Но мы лучше всех знаем, за что мы идем в бой. За своих родных и близких, проявляя твердость. Зрителями на музыкальном сказании Александра Левшина были любители отечественной эстрады и сотрудники 12-го главного управления Минобороны. Михаил Зуйков, Анна Овчинникова, ТВР-24.